Когда наступает ночь, и все хорошие и правильные принцессы ложатся спать, ко мне приходит моя вечная бессонница. Это она заставляет меня бродить под проливными дождями и стучаться в двери чужих замков. И вот я брожу в надежде, что, может быть, в этот раз усталость свалит меня с ног, и я, наконец-то, усну до рассвета. И я, наконец-то, высплюсь. Вы до сих пор думаете, что дело в горошине?